То первое вино, которое вам предложили, это наша базовая Бордо, которую мы производим у нас в регионе. Производится это вино Монте-Дене. Думаю, вам тоже этот регион известен. В основном производит более такие, делает массовые бордоские вины, в том числе и белые вина. Как Клод сказал, Бордо славится своими красными винами, и белые вины для нас это бизнес такой уже более второстепенный, но все равно, как бы там ни было, сегодняшние тенденции на рынке потребления вина, она говорит о том, что белых вино больше и больше. И, соответственно, мы тоже производим, как мы считаем, неплохие белые вины для каждого дня. И именно такая же оперативная позиция, как и является вот, базовое Бордо, мы с ней и начали нашу дегустацию.